безостановочно говорить, это не самое сложное искусство на самом деле. Вот. Спасибо. Значит, у меня стандартный заход для этой лекции, и пока народ еще немножко собирается, мы попробуем поиграть в игру. Значит, вопрос вот какой. Назовите каких-нибудь бактерий, которых вы знаете. Так у меня сразу просьба к биологам немножко повременить, и к профессиональным биологам, потому что... Эшерихия коли. Это у меня есть, вот. Так, еще. Я не слышу. Кто-то сказал, я не слышал просто. Хеликобактер тоже есть. Вот, значит, на всякий случай это возбудитель язвы желудка. Долго считалось, что это болезнь от нервов, потом оказалось, что это лечится антибиотиками. Так, еще. Цианобактерий нету, вы меня поймали. Сейчас объясню, почему. Еще? И палочки Коха тоже нет, вы меня не поймали, просто ее компания не делает. Это все, кто... Виврион есть. Вот. Так, еще. Еще, извините. Протей... Он амеба, он не бактерия. У нее есть ядро, не считается. Он скорее, как мы с вами. Стафилококков. Есть. Да, значит, есть простой золотистый стафилококк, а есть метицилин устойчивый золотистый стрептококк. Вот у него написано, значит, что он супербак. Вот. Гонококк есть. Сейчас, вот. И брат его менингококк, кстати. Бактерии поражения. Не слышал. Какая? Вид назовите. Лактобацилл просили, да. Вот лактобациллы. На самом деле, вот лактобациллы и еще бифидобактерия – это единственные непатогены в этой коллекции. Вот меня поймал человек, который сказал, что это цианобактерии, что сказал, вспомнил про цианобактерии, потому что я-то собирался объяснять вот что. Давайте я скажу, кто еще есть на самом деле. Есть шигеллы, это практически кишечная палочка, чуть-чуть с другими плазмидами. Есть две сальмонеллы, значит, чумная, Yersinia pestis. Две спирохеты, бледная и болезнь Лайма, боррелия. Две кластридии, значит, бутулиновая и кластридиум дефициль, я про нее буду рассказывать. Сибирская язва, Bacillus anthracis, листерия, куча стрептококков разных. Это я не помню. Сейчас. Не слышу. Опять сказали что-то умное и тихо. Кто? Митохондрии, про митохондрии я буду говорить. Они, конечно, потомки бактерий, но в таком очень специальном смысле. Это в конце будет, если время хватит. Вот. И это на самом деле, вот то, что здесь лежит, это, значит, есть фирма «Мягкие микробы». Они много чего, они еще вирусов делают, значит, клетки делают, там раковые, сперматозоидов делают, совершенно очаровательных. Вот. Вот это все бактерии, которых они делают. Я просто купил, значит, весь магазин. И по интернету можно сказать. Вот. Вот кроме трех, все остальное патогены. И это отражает, ну ясно, значит, это отражает некоторое такое вот народное представление о том, что такое бактерии. Да, это вот что-то страшное, ужасное, которое нас мучает и ест. Что на самом деле неправда. Так, вот теперь, наверное, можно свет здесь погасить. Вот. Что говорите? А к камере может быть плохо. Все, да, ну я буду тут на виду ходить. Вот, значит, потому что в каждый момент времени в каждом из нас живет, ну вот, порядка нескольких сотен триллионов бактериальных клеток, то есть в 10 раз больше, чем наших собственных. Поэтому если бы у нас была демократия, то, значит, ничего хорошего бы нас не ждало. Бактерии составляют от 1 до 3% массы тела каждого взрослого человека, то есть примерно 1-2 килограмма. Да? Опять еще, в каждом из нас, в каждый момент, вот сейчас, от 1 до 2 килограммов бактерий находится. Их несколько тысяч видов. Что такое, вот как к этому правильно относиться, у меня там будет пара слайдов, мы потом пообсуждаем. И большинство из них не культивируемые, то есть мы не можем их изучать стандартными микробиологическими способами.
можем изучать методами геномными. Если это сделать, то окажется, что бактериальных генов, ну, более точно разных функций, которые кодируются этими генами, примерно в 100 раз больше, чем наших собственных. И даже не будучи коровами, мы, тем не менее, от 5 до 10% энергии, которую мы получаем из пищи, получаем не непосредственно, а через бактерии. Ну и кроме того, они там участвуют в развитии иммунитета, в защите от патогенов, потому что патогены для них конкуренты, они их подавляют, они продуцируют витамины и вообще очень давно с нами живут в симбиозе. Вот. И я вот про это попробую немножко порассказывать. Значит, история начинается в Дельфте. Значит, там есть вот церковь, которая называется Старая Церковь. Она вот, это не заваленный кадр, она действительно такая. Они ее собирались даже разломать одно время, но потом решили, что она все-таки ценная и не надо этого делать. Вот, вообще, на самом деле, очень хороший город, действительно очень хорошее место. Вот, и в этой старой церкви в полу одна из плит, и это могила Антонина ван Левенгука. Про него часто говорят, что он изобрел микроскоп, это не совсем так. На самом деле микроскоп изобрели раньше. Но он его очень сильно усовершенствовал. Да, это вот его, ну, это картина, это, соответственно, гравюра, которая, как всегда, зеркальное отражение картины, более точно, это марка почтовая. Вот это левенгуковские микроскопы. И я, на самом деле, когда вот я эти картинки с интернета, значит, тащил, чтобы на этот слайд поместить, я довольно долго не мог понять, как это работает, а потом просто нашел схему. Работает так, вот здесь вот линза, вот она, вот эта игла, вот здесь, и вот здесь она вот. Значит, на поверхность иглы наносится образец, и человек просто смотрит глазом через линзу вот на образец на иглы, а сзади еще должен быть источник света. На самом деле конструкция совсем простая, да, вот по сравнению с теми микроскопами, к которым мы там привыкли, я не знаю, там в школе или где-нибудь. Вот, а он научил, значит, Левенгук научился очень, делать очень хорошие линзы. А не очень понятно как, там есть теория, например, что он оплавлял кончик стеклянной нити, вот получался шарик, после этого он его раскалывал, а после этого уже немножко дошлифовывал. Потому что на самом деле воспроизвести вот линзы такого качества, это не очень понятно как, там, такими простыми методами. И вот он увидел там много всего замечательного. А тут совершенно разные существа на самом деле нарисованы. Это вообще коловратки, то есть это такие микроскопические вроде червячков, там сувойка, по всей видимости. Но кроме того, он видел, это вот тоже картинки из его книги, он вот, значит, это он называл анималькули, но в частности он видел вот такие вот совсем малюсеньких, так сказать, в которых, в общем, никакой внутренней структуры уже увидеть не удавалось, вот такие вот жизненные формы. И это на самом деле очень похоже на, то, на такую современную схему. Не то чтобы, ну ясно, что это схематическое изображение, это просто какой-то образовательный плакат, но действительно видно вот там цепочки бацилл, вот стрептококки, значит, шарики такие, стрептококкус пневмонии, вот он здесь, действительно вот такие парные шарики, вот стафилококки, которые грозди образуют, спирохеты тут вот, совершенно не похожи. Вот. Вот хеликобактер, кстати, который упоминался тоже, вот вибрион, который упоминался, то есть на самом деле действительно одно и то же на слуху. Вот сальмонелла. Вот, и ну вот, собственно, с этого начинается, по-видимому, то, что можно считать современной микробиологией. Так это выглядит сейчас. А мы можем немножечко фокус попробовать починить? Нет, потому что явно оно расплывается сильнее, чем должно. Вот, это бациллы, вот эти вот палочки. И это стафилококкус ауреус, золотистый стафилококк, вот это гроздьями. Это просто обычный световой микроскоп. И это много разных стрептококков. Вот эти, значит, ну понятно, просто клетки делятся и не до конца не расходятся, вот образуют разные такие структуры. Они, да, просто специально прилипают друг к другу. Вот. И я буду пытаться рассказывать про то, как бактерии живут в разных других живых существах и как они с ними взаимодействуют. И начну с простой истории. Простая история про каракатицу. Их две каракатицы. Это из Средиземного моря, а это с Гавайских островов. Но они на самом деле очень похожи, и жизненный цикл у них примерно одинаковый. Значит, днем они спят на песке,
И это неправильная фотография, потому что когда она спит на песке, она должна быть на самом деле цвета песка. А ночью они плавают и охотятся там на каких-то еще более мелких существ. Они маленькие, это несколько сантиметров. А когда ты... Значит, оказывается, что когда ты маленькое существо плаваешь ночью в море, то ты, тебя видно как темный силуэт на фоне светлого неба, относительно светлого. А если ты маленькое существо, ты не хочешь, чтобы тебя видели, во-первых, потому что нехорошо, если тебя увидит тот, на кого ты охотишься, но еще хуже, если тебя увидит кто-то, кто захочет поохотиться на тебя. И у этих каракатиц для того, чтобы не быть темным пятном на светлом фоне, вот здесь вот, значит, на нижней стороне тела, значит, есть специальные органы, в которых живут бактерии, а именно Vibrio fischeri. Вот они здесь нарисованы. Они родственники холерного вибриона, но не очень близкие. Они вообще свободно живущие, то есть они, Vibrio fischeri, они могут просто свободно плавать в воде, а могут быть, значит, жить с каракатицей. И жизненный цикл у них устроен, да, они светятся, когда их много. У них есть специальные механизмы. Зачем им это нужно, не очень понятно. Но это довольно часто так бывает. Вообще вот у бактерий есть приспособление такое чисто биохимическое, оно у многих видов хорошо изучено, quorum sensing. То есть бактерии умеют понять, когда их много, и поменять свое поведение. Например, если это патогены, то они начинают образовывать биопленки и закрепляться, когда их много. А если это какие-то бактерии, которые питаются древесиной, там в воде есть такие, ну или там разлагают какие-то клеточные стенки, то они начинают, опять, когда их много, они начинают выбрасывать в среду ферменты, при помощи которых можно разлагать там целлюлозу или клеточные стенки водорослей. Вот. А вот Vibrio fischeri, он светится, когда его много. Он же в рыбоходильщиках живет. Вот. Так вот, значит, пока она спит, их нету. Вот начало жизни, значит, дневного цикла, значит, вот утро, да, утро. Значит, она спит на песке, Vibrio fischeri нет, более точно есть чуть-чуть. Потом бактерии постепенно делятся, достигают максимума, там им уже тесно, они перестают делиться, наступает ночь. Значит, каракатица активна, вот она плавает на фоне Луны, ее не видно, у нее такое, значит, чуть-чуть подсвеченное брюшко. Значит, наступает утро, она просто вымывает всех бактерий, просто промывает этот самый соответствующий орган, и ложится спать. Ну и дальше цикл повторяется. Промывает, по-видимому, сказать, все-таки если их слишком много, то, наверное, это не очень хорошо. Так, ну, можно пытаться сообразить, почему. Тут еще нарисовано, как она цвет постепенно меняет. Вот. А вторая история тоже, значит, с чудесных курортных мест. Это остров Эльба, а конкретно залив Сант-Андреа. В нем живет вот такой червячок. Он маленький, значит, это примерно 1-2 сантиметра и примерно 0,2 миллиметра в диаметре. Ну вот не в диаметре спирали, а в диаметре самого червячка. А он замечателен тем, что у него нет вообще никакой пищеварительной системы. То есть у него нету там ничего, что можно сравнить с ртом, нет кишок, нет желудка. Это-то еще ладно, но у него нету никакой выделительной системы тоже, там нету ничего аналогичного почкам. То есть он находится, казалось бы, вот в полном, так сказать, хемостате, да, он никак не взаимодействует с внешней средой химически. А на самом деле не совсем так, потому что в нем живут бактерии, несколько видов, они здесь покрашены разными цветами. Вот это вот один виток этой самой спирали червячка, то есть вот эти вот те самые 0,2 миллиметра. И вот видно, что у него под кутикулой, ну вот под внешней оболочкой, значит, живет много-много разных много-много бактерий нескольких разных видов, более аккуратно. И оказывается, что он, собственно, так сказать, находится, у них как бы с этими бактериями такой непрерывный замкнутый метаболический, так сказать, общий метаболический путь, более точно не один путь, а вот набор этих метаболических путей. Но вот здесь это из старой довольно статьи, да, в этой науке старая статья, это 2006 год. Значит, это из старой статьи картинка, где показаны, значит, какие-то реакции, которые происходят, ну, вот в самом червяке и в двух из его бактерий. А эти бактерии, они способны, так сказать, им не обязательно питаться органикой, значит, они то, что называется хемотрофы, да, они умеют использовать неорганический углерод в форме СО2, если я правильно помню, а энергию добывать и, там, из окисления и восстановления
всяких соединений серы и всяких других. Сейчас на следующем картинке это будет. То есть оказывается, что очень значительно, фактически эти бактерии снабжают вот червяка энергией, какими-то веществами, которые ему необходимы. А он, в свою очередь, тоже что-то синтезирует и им возвращает. Это уже из более поздней статьи, значит, картинка 12-го года, она так поподробнее. Да, тут нарисован, я не буду во все эти подробности входить, но тут нарисованы просто основные химические потоки. Тут уже три вида бактерий. Вот сам, значит, сам этот самый червяк, вот клетки самого червяка. И вот, значит, общие вот такие метаболические циклы, вот этот цикл там окисления и восстановления сульфата. Это то же самое, только в другую сторону. Значит, где-то нужны электроны, а где-то их наоборот, нужно от них избавляться. Это вот внешняя оболочка, это транспортеры снаружи, ну, в частности, вот СО2, оксиды азота, сульфиды, много всякой неорганики. А вся органика добывается вот внутри вот этого общего, так сказать, общей метаболической сети червяка и его бактерий. И даже примерно понятно, почему так получается и зачем это нужно. Потому что он живет в придонном иле, там условия очень быстро меняются в зависимости от расстояния до поверхности. И на разной глубине включаются разные циклы и работают вот разные симбионты. То есть в зависимости от того, насколько глубоко червяк заполз, работает одна, либо другая, либо третья из его бактерий. Он тоже что-то синтезирует, по-видимому, что бактерии не могут. Но кроме того, он просто является, так сказать, троллейбусом, да, он их, так сказать, возит с места на место, значит, когда условия меняются. Вот, а это такой тоже, это глубина где-то 5-6 метров, вот написано. Вот, ну а дальше то же самое с человеком. Это не совсем правильная картинка, потому что тут кроме бактерий нарисованы еще, скажем, грибы, вот, и Candida albicans тоже гриб, но в основном бактерии. И патогенные, и непатогенные, так вот примерно показано, где они живут, тоже их очень много разных, вот те же самые вот формы. И в какой-то момент появилось сразу, значит, когда стало ясно, что вот есть такое колоссальное разнообразие, там был завершен проект «Геном человека», значит, было интересно, что про человека изучать дальше. И в частности возникло сразу несколько таких инициатив по изучению человеческого микробиома, то есть вот сообщества бактерий, которые в человеке живет. Они есть национальные, скажем, как в Соединенных Штатах, есть национальные в Канаде. Кто-то из них, да, вот есть в Южной Корее, значит, но это Конгресс, но там есть тоже свой национальный проект. А есть международные, вот есть проект, этот, скажем, это проект Европейского сообщества по изучению метагенома человека, бактериального микробиома человека, они публикуют статьи, причем, значит, они их публикуют в гламурных журналах типа Nature, и не просто, а даже, так сказать, эти статьи выносятся на обложке. То есть это действительно довольно модная наука, это вот одна из первых статей. Вот. И более того, тут я просто переведу на всякий случай с английского, тут написано «наш другой геном», генный каталог микробиома кишечника человека. И вот эта же статья, в смысле, ну вот эта коллекция, на самом деле, статьи, это не одна статья была, попала на обложку журнала «Экономист», который, наоборот, ни разу не гламурный, а очень хороший такой еженедельный, такой политический, ну вот политический еженедельник. Вот, то есть это было замечено, так сказать, не только научным сообществом, но и гражданами вообще. Значит, карикатуры появились. Значит, тут написано, что проект «Микробиом человека» говорит, что в человеческом теле находится 100 триллионов микроскопических жизненных форм. Да, жизненных форм, живущих вот в теле. А тут, значит, написано, что вы называете это жизнью. Вот. Это как раз карикатура мне нравится не очень, мне вот это нравится. Она, по-моему, совсем замечательная, тут можно не переводить. Вот, это постнаука, кстати сказать, чудесный шенсайт, там куча всего интересного, не только биологического, там много разных хороших форматов у них, в общем, я его всячески рекомендую. Постнаука. Ну, может, просто русскими буквами в гугле набрать «постнаука». В смысле наука, а потом постнаука.
Вот. И там есть короткие лекции, длинные лекции, какие-то разговоры, в общем, там хорошо. Вот. А это картинки из двух разных проектов вот, по анализу человеческого генома. Вот те поверхности, которые смотрели, вот они тут помечены, значит, где что, смотрели полости разные. Вот эти вот круговые диаграммы — это такое таксономическое разнообразие бактерий, которые в этих местах живут. На очень грубом уровне, на уровне типов, то есть вот на самом-самом грубом, который можно себе представить. Видно, что довольно сильно отличаются разные места, потому какие бактерии там, ну вот здесь, например, да, так сказать, там вот под лопаткой и на ягодицах совершенно разный состав бактерий. Именно это ягодицы, это ничего другое. Вот, вот два желудки человека, это в котором есть хеликобактер пилори, и тогда она занимает абсолютно доминирующее положение. А это вот тот, в котором хеликобактер пилори нет, ну какие-то родственники есть, цвет тот же самый, но тут уже набор совершенно другой. Да, это, а это совершенно другое, это пищевод, а это, соответственно, ротовая полость, ну и так далее. Вот можно смотреть видовое разнообразие. Я обещал про это немножко пообсуждать. Что здесь нарисовано? Значит, по этой оси это разные роды бактерий. Это как раз из первой статьи про микробиом. А по этой оси это доля, которую занимает этот род у людей. Но поскольку людей было много, то, соответственно, это не одна точка, а целое распределение. И самые частые, да, вот. Ну, с кишечной палочки начали, да, когда я заговорил про бактерии, она совершенно не самая, вот она. Далеко не самая частая бактерия, она просто очень легко культивируется, поэтому ее первыми микробиологическими средствами выделили, и поэтому это такой стандартный оказался лабораторный объект. Значит, больше всего бактероидов. И потом, значит, вот третий — это бифидобактерии. Это вот у меня есть тоже, вот она. Вот, бактероидов нету, совершенно, так сказать, негламурный. Значит, второе по частоте, значит, зверюшка, которая называется фекалибактериум, я, честно говоря, даже не знаю, кто это. То есть тут на самом деле подавляющее большинство это звери, которые совершенно, бактерии, которые совершенно не на слуху, вот они совершенно неизвестны. Это вот основная часть нашего кишечного микробиома. И дальше это постепенно уходит близко к 0%, но это вот близко к 0%, я напоминаю, что это от 100 триллионов. То есть 1% от 100 триллионов – это 1 триллион. 0,001% от 100 триллионов – это все-таки миллиард. Вот. То есть это на самом деле все равно очень много. И это та же самая, похожая картинка, похожим способом сделанная, только теперь уже это логарифмические координаты. Тоже они упорядочены по частоте, ну, по средней частоте в разных людях. И ну, вот это вот 0,001, значит, 10⁴. 0,01%. Вот бактерии, которые где-то на 5000-м месте, значит, вот эти вот виды, они занимают, значит, их все равно, значит, 100 триллионов делить на 10⁴, это 10 миллиардов, да? То есть они такие редкие-редкие, но их все-таки много. Вот. И ясно, что это можно продолжать дальше очень далеко. Поэтому вопрос о том, сколько видов бактерий живет в человеке, он не очень осмысленный. Зависит от того, насколько глубоко вы копаете, да, насколько подробно вы их изучаете. Теперь, как устроены вот разные сообщества, если брать образцы из одного и того же места у разных людей? Значит, это понятно. Значит, мы можем представить себе такое очень-очень многомерное пространство, где по каждой оси частота данного рода в образце. То есть каждая точка в этом пространстве будет соответствовать образцу, а координаты — это сколько в этом образце бифидобактерий, сколько в этом образце этих вот фекалибактерий, сколько в этом образце бактероидов и так далее. Значит, ну ясно, что это будет пространство в размерности где-то порядка как минимум нескольких тысяч, и на это смотреть невозможно. Есть специальные техники, как с такого рода данными работать. И их фактически, значит, делают так, их проецируют на плоскость так, чтобы наилучшим образом сохранить расстояние между точками. Ясно, что расстояния при этом искажаются, но стараются, чтобы они сохранились наилучшим образом. И вот это здесь сделано. Значит, тут разные точки — это разные образцы, а разный цвет — это из разных мест. Соответственно, зеленые — это из ротовой полости, голубые, их тут не очень много, это из воздушных путей, ну там вот из бронхов и из легких.
Желтое – это кожа всевозможная. Это я не вижу этого цвета. Это урогенитальный тракт, ну такой тоже. А, нет, оранжевая – это кожа, а желтый – это урогенитальный тракт. И вот эти черные – это, значит, желудочно-кишечный тракт. На самом деле, в основном просто это кишечник и то, что из него выделяется. Ну и видно, что они довольно хорошо группируются по происхождению. То есть бактериальные сообщества, живущие в одном и том же месте у разных людей, они, в общем, более-менее похожи. Тут, значит, есть перекрывание, но полезно понимать, опять, что это всего две координаты из нескольких тысяч. То есть это вытянуто еще в очень большом пространстве разделения, и там это разваливается совсем хорошо, просто на отдельные кластеры. Значит, довольно интересно получается, если посмотреть образцы только из фекалий. На все остальное не смотреть. Тут разделяется по возрасту. Вот эта плотная группа, это все от детей до взрослых и стариков. А вот это рыхлое зеленое – это новорожденные. Вот у новорожденных разнообразие микробиома кишечного гораздо больше. И отличается, вот это на первые месяцы жизни, вот оно устанавливается и становится каким-то из этого. Можно делать всякие сравнительные исследования. Ну, например, можно смотреть, как влияет, можно смотреть, чем отличаются вегетарианцы от невегетарианцев. Ну, вот написано, что у вегетарианцев больше бактероидов и меньше кластридий. А можно смотреть, как меняется с возрастом. Я про это немножко сказал, что вот у младенцев это в основном бифидобактерии, у взрослых бифидобактерий уже мало, а в основном это лактобациллы, бактероиды. Потом немножко про это поговорю. Можно сравнивать разные этносы. Вот сравнивали из того, что я тоже обзор 2012 года, уже старый, китайцев против американцев, южных и северных европейцев, европейцев с африканцами. В общем, ясно, что это, по-видимому, связано, ну, не только, в значительной степени связано с диетой, но похоже, что не только. Вот из анекдотов последнего, буквально последней недели, не могу удержаться не рассказать, потому что очень поучительно. Вышла очередная статья вот по микробиому разных поверхностей, и в частности, один из результатов был такой, что очень сильно различается вагинальный микробиом у женщин с дипломом бакалавра и у женщин без диплома бакалавра. А именно с дипломом бакалавра много лактобацилл, а без диплома бакалавра много гарднерелл и чего-то еще, а лактобацилл, наоборот, совсем мало. Ясно, что это такой типичный пример статистической ловушки, когда корреляция не означает каузация. Ясно, что наличие диплома бакалавра связано очень много с чем, да, там, с гигиеническими привычками, с пищевыми, там, еще с чем-то такое, ну, вообще со стилем жизни. Вот. Но сам по себе результат, по-моему, все равно очень смешной и поучительный. Вот. Нет, это там хорошая статья, действительно аккуратно все сделано. Они, так сказать, авторы прекрасно понимают, значит, что они написали. Вот. И вполне какое-то удовольствие от этого находят. А что еще можно смотреть? Да, значит, вот эти самые образцы из кишечника. Они там имеются, вот просто на глазах происходит некоторое. Что происходит, боже мой? Значит, на глазах происходит некоторая научная дискуссия, потому что одни люди говорят, что вот в этом многомерном пространстве есть несколько сгущений, так называемых, вот они называются интеротипы, то есть каждый человек относится вот к какому-то кластеру, внутри которого люди примерно одинаковые. И более того, даже эти интеротипы как-то пытаются связывать с разными болезнями. Да? Ну, вот тут смотрели ожирение и это называется болезнь раздраженного кишечника, ну, в общем, кишечное воспаление. А другие люди говорят, что нет. Это на самом деле артефакт вот, статистики в очень многомерном пространстве. Есть такой известный действительно статистический артефакт, что когда у вас есть мало точек в пространстве очень большого количества измерений, то вам кажется, что там есть кластеры, хотя на самом деле эти точки там валяются абсолютно случайно. Это такое и есть. Вот. И что вот на самом деле все распределения, если вы аккуратно посмотрите, они все непрерывные, и никаких интеротипов нету. Значит, ясно, что это будет решено в какое-то разумное время, просто потому что образцов станет столько, что станет видно. Сейчас уже пишут, что интеротипов не 3, а 4 или 5. То есть мы на самом деле постепенно приближаемся к ситуации, когда будет непрерывно. Я сильно подозреваю, что будут сгущения, но будут мостики между ними непрерывные. И, то есть структура будет, но не совсем тривиальная. Но, в общем, это хорошее поле деятельности для хороших статистиков.
Сколько там разных генов? Ну, сколько разных генов говорить не очень осмысленно, потому что у нас есть ген из кишечной палочки и ген из сальмонеллы. Формально говоря, это разные гены, но делают они одно и то же. Да? Они, так сказать, функционально абсолютно тождественны. Поэтому имеет смысл говорить не про гены, а про разные функции. Опять, у нас есть способы этим заниматься. Я технические слайды все опускаю. Они там у меня в конце есть. Если будут силы, я потом могу про это немножко поговорить тоже. Но я просто рассказываю результаты и то, на что люди смотрели. Оказывается, вот что, что у нас, значит, если брать гены, функции которых мы знаем, да, делают вот что, смотрят такие функции, которые присутствуют у всех исследованных индивидуумов. То есть мы увеличиваем размер выборки, да, вот заканчивается это где-то на 125, на 150, не знаю, ну, 125, и смотрим те, которые присутствуют у всех. Ясно, что эта штука может только убывать. Потому что если присутствовал у 20, мы добавили 21, и у него что-то исчезло, то значит оно перестало быть универсальным, а добавиться не может. Если у кого-то из 20 чего-то отсутствовало, то он уже в этот набор универсальный не попадает. Так вот, в этом универсальном наборе он довольно быстро сходится, и убывать перестает. Значит, в нем примерно 2000 генов, функций которых мы понимаем, и примерно 4000 генов, функций которых мы не понимаем. То есть мы знаем, что это универсальный ген, он есть в каждом микробиоме, и не знаем, что он там делает. Ну, тоже, по-моему, довольно поучительная картинка, в общем, ясно, что еще есть чем. И тоже сходится, в общем, больше 4000 уже, намного больше 4000 уже не будет. Значит, тоже, по-видимому, хорошо и поучительно на это глядеть. Уже рисуют люди картинки, вот я там показывал про червяка, вот эти вот циклы, которые ходят из одной бактерии в другую, и потом червяка, и потом обратно. Пытаются описывать, но пока что на уровне очень грубых схем, вот такой совместный метаболизм разных бактерий. Да? Вот мы начинаем, скажем, с то, что вот, когда я был маленький, называлось клетчатка, там клеточные стенки, там крахмал, пектин, целлюлоза, там ксилан, вот все это. И бактерии это ферментируют, значит, бактерии это разлагают в более простые вещества, значит, кончается все короткоцепочечными жирными кислотами, ну, там еще метан по дороге образуется, к сожалению, вот, значит, это уже идет в человека, да, это идет там, просто всасывается стенками кишечника, и вот за эти реакции отвечают, вообще говоря, разные группы бактерий. То есть, действительно, такое симбиотическое сообщество, которая нам, значит, вот, помогает там, ту или иную пищу использовать. Ну и кроме того, это действительно, значит, если что-то работает, если что-то полезное и работает, то, наверное, если оно ломается, то от этого бывает плохо. Это уже не очень свежий слайд тоже, я его в прошлом году, ну да, просто зимой делал. Вот, сейчас все это должно было довольно сильно увеличиться. Картинка вот про что. Значит, это три разных болезни, но я тут объединил воспаление кишечника и болезнь Крона, они клинически похожи. Все болезни, связанные с, вот, эти болезни связаны с нарушением метаболизма, а это, значит, нарушение работы кишечника. И это поиск такой стандартной базы данных по всех статей журнальных по биомедицине, такая библиографическая база данных, поиск по ключевым словам, ну, в английском варианте, соответственно, вот на название, ну, там, заболевания, название состояния, плюс метагеном. То есть, вот, как сказать, изучали метагеном при этом состоянии. И вот написано, сколько статей про это есть. Там все довольно сильно связано, там ожирение, естественно, связано с диабетом. В общем, это такая очень быстро растущая область. А, я вот тут один слайд потерял хороший, но бог с ним, ладно. Вот, и я немножко сейчас покажу, я ни в коем случае не собираюсь сделать какой-то такой подробный обзор того, как это делается, я просто покажу несколько примеров того, на что, в принципе, можно смотреть. Ну, например, берем близнецов. Таких, что в паре близнецов один, значит, постройнее, а другой пополнее. И смотрим на их микробиомы. Значит, во-первых, оказывается, что микробиом кишечника. Значит, во-первых, оказывается, что микробиом у них, в общем, похож. Они друг на друга похожи больше, чем каждый из них на мать. Вообще дети похожи на мать, потому что первая инокуляция происходит, собственно, при рождении. Известно, например, что существенно разные микробиомы у детей, которые родились таким стандартным способом, и те, которые родились через кесарево сечение. И существенно разные микробиомы у тех, значит, кого кормили грудным молоком, и кто был на искусственном вскармливании тоже.
А второе наблюдение, значит, в чем, собственно, отличие между худыми и тонкими близнецами? У более полных, значит, близнецов у них более бедный состав микробиома. Там видовое разнообразие меньше. Смотрели связь с воспалением. Смотрели так. Значит, это гены человека, которые включаются при воспалении. И у нас есть стандартные способы смотреть, ген работает или не работает. Это там другая наука, но она существует. А это разные бактерии. И мы делаем вот что. Значит, мы берем опять много-много образцов. В каждом образце смотрим уровень работы этих генов. И в каждом образце смотрим, значит, содержание вот разных бактерий из этих групп. И смотрим, есть ли корреляция. Ну, соответственно, если красная, то есть большая положительная корреляция. Если синяя, то это редкая вещь, значит, большая отрицательная корреляция. Вот, например, видим, что наличие, значит, лахноспирил положительно коррелирует с работой вот этих генов. А наличие аллобакулюм, наоборот, отрицательно коррелирует. Да, вот если у человека много аллобакулюм, то у него эти гены не работают, и наоборот. Все непонятно, как из этого немедленно можно сделать выводы, но, во всяком случае, забавим тот факт, что такие корреляции есть, и они вполне могут что-то означать содержательное. Дальше надо уже смотреть какие-то, делать экспериментальные модели и смотреть впрямую, вот, что эту корреляцию превращать в каузацию, да, причинно-следственные связи, потому что иначе получится как с этими самыми бакалаврами. Вот. Очень похожая картинка, но совершенно другой тип данных. Опять. Это разные бактерии, а это разные метаболиты. Вот, аминокислоты, сахара, опять-таки вот жирные кислоты краткоцепочечные. И точно так же мы можем смотреть корреляцию содержания этого метаболита в образце с наличием, скажем, там, доли в образце вот, бактерий из этого списка и смотреть, когда есть большие положительные корреляции. Ну вот, например, вот эта вот группа, значит, бактероидов разных. Вот оно сильно положительно скоррелировано с большим содержанием краткоцепочечных жирных кислот. А я уже показывал слайд, я там только не обращал на это внимания специального, что они-то как раз и отвечают за вот последний этап метаболизма, когда эти жирные кислоты производятся. То есть вполне на самом деле. Какие-то кусочки этой картинки имеют уже сейчас вполне содержательное такое вот биохимическое и микробиологическое объяснение. Ну а дальше, значит, если мы все это умеем смотреть, и мы знаем такую чудесную историю про полных близнецов и худых близнецов, то давайте делать опыт. Опыт такой, мы берем новорожденных мышат, опять из одного помета, чтобы они были генетически идентичны, чтобы не было ничего лишнего. И сразу после рождения их инокулируем, значит, соответственно, либо образцом микробиоты отсюда, либо образцом микробиот, значит, из полного близнеца, либо образцом микробиота из худого близнеца. И дальше корм держим на одинаковой диете, причем диета здоровая, в ней жира мало, а клетчатки много. Дальше оказывается, что тот мышонок, которого, я прошу прощения, маленьких совсем детей нет, когда кормили какашками, значит, близнеца худого, он становится худым, а тот мышонок, которого инокулировали, значит, образцом из полного, значит, он становится толстеньким. Вот они, значит, худые толстенькие мышата. А дальше мы их можем посадить в одну клетку, так, чтобы они заразили друг друга. И оказывается, что если их после этого посадить в одну клетку, то полный мышонок похудеет. Значит, это просто опыт, который делали, да, ну, так сказать, они там не очень санитарные условия, здесь специально нарисовано, что они антисанитарные. Вот они заражаются. А дальше мы на самом деле можем опять, поскольку мы умеем определять состав, значит, бактериальный состав в каком-то образце, мы можем просто посмотреть, как это, что при этом происходило. А здесь нарисовано вот что. Значит, это худые мышата, это полные мышата, это дни. И вот здесь они жили по отдельности, а вот начиная с шестого дня их посадили вместе. А это опять разные бактерии. И вот видно, что у худого мышонка, как и положено, был богатый разнообразный микробиом. А у толстого мышонка, значит, микробиом был бедненький, у него были только вот эти. А потом, когда их посадили вместе, он просто заразился от худого брата, значит, здоровым правильным микробиомом и тоже стал худой и здоровым. Ну, а раз такое можно делать с мышами.
Вот. Значит, есть действительно медицинская техника, которая называется фекальная трансплантация, которая, значит, это можно делать двумя способами, теоретически. Значит, можно делать через зонд сзади, но это очень неудобно, потому что там надо через все вот повороты кишечника пройти, и просто, ну, с медицинской точки зрения, плохая операция, тяжелая. А правильный способ – это делать катетером, значит, через желудок, пищевод и через нос. Это как раз процедура стандартная. Ее умеют делать довольно хорошо, когда берут всякие пробы из верхних отделов кишечника. А здесь наоборот. Здесь мы, соответственно, не берем пробы, а, значит, туда через этот катетер добавляют. А дальше там были всякие смешные проблемы, потому что, ну, понятно, если у вас есть какое-то лечение, то у вас должен быть контроль, у вас должно быть плацебо, где действующего вещества нет. Ну, что самое естественное плацебо? Физиологическая жидкость. Оказалось, да, значит, чтобы был хороший контроль, должен быть двойной слепой метод, то есть пациент не должен знать, он принимает лекарство или плацебо. А из физиологической жидкости так не получилось, потому что пациенты по запаху отличали. Я, значит, опять прошу прощения за подробности, но они, по-моему, здесь смешные и поучительные. Вот. И придумали в качестве плацебо давать образец самого пациента. Значит, дальше были какие-то умельцы, которые утверждают, что они все равно отличают, но про это уже проигнорировали. Вот. И это все вот так вот ужасно выглядит и звучит. На самом деле, действительно, много разных болезней этим пытаются лечить. Но в частности, вот для кластридий, значит, для вот кластридийной инфекции, я про это сейчас расскажу, и для ожирения, это просто уже происходит на стадии клинических испытаний, для всяких язвенных, так сказать, вот, ну, язвенного колита и, соответственно, болезни Крона, клинических испытаний нет, но есть много наблюдений. Есть какие-то отдельные наблюдения про связь микробиома с аутизмом, там, с рассеянным склерозом, но это уже некая экзотика. А здесь все хорошо и правильно. Значит, вот она, кластридия дефиците. Значит, опять, чтобы понимать адекватность этих картинок, а не картинок, а куколок, да, вот куколка вот такая, на самом деле вот колония этих самых кластридий на стенке кишечника, цвета, это псевдоцвета, это электронная фотография, значит, в принципе, они есть у всех, немножко. Но у людей, которых лечили большими дозами антибиотиков и сильно исказили вот их природную, значит, кишечную микробиоту, у них исчезают конкуренты этих кластридий, они более устойчивы к антибиотикам, они начинают размножаться и получаются, значит, всякие тяжелые болезни. Вот это годы, а это количество госпитализаций в Соединенных Штатах, значит, ассоциированных с этой самой вот инфекцией кластридиум дефициле. Значит, это сложный диагноз, где это, значит, кластридийная инфекция была частью его, это 350, это тысячи, это 350 тысяч госпитализаций вот за год. А это основной диагноз, это вот кластридийная инфекция. И вот это довольно быстро растет. А более того, это не просто, значит, растет количество госпитализаций, это вот 100 тысяч в год, но и растет смертность. То есть на эти 100 тысяч заболевших еще имеется 14 тысяч умерших. То есть примерно 1 из 10. Это довольно сурово. Ну и вот, коль скоро, значит, болезнь заключается в нарушении микробиома, и мы знаем, что это нарушение, потому что это следствие лечения антибиотиками, то давайте мы ее попробуем лечить восстановлением микробиома. Значит, были клинические испытания, которые были остановлены по этическим, значит, соображениям. А этические соображения заключались вот в чем, вот не то, что вы думаете. Значит, вот результаты этих испытаний. Значит, 23% это контроль, это люди, с которыми не делали ничего, это спонтанное выздоровление. 31% это стандартное существующее лечение, значит, другой антибиотик, ванкомицин. И, в общем, не очень сильно отличается от контроля на самом деле, но эффективно, но не то чтобы так уж совсем хорошо, да? А это излечение вследствие фекальной трансплантации, 94%. И этические соображения стояли в следующем, что когда вы проводите клинические испытания и обнаруживаете, что вот ваше лекарство там настолько фантастически эффективно, то испытания останавливают, потому что вы не имеете морального права не давать этого эффективного лекарства тем, кто у вас в контрольной группе. Есть у меня эта картинка, да. Вот, значит, вот это фекальные трансплантации. Черная — это научные статьи.
по годам, последние годы, а красная – это вот зарегистрированные клинические испытания. То есть то, что там прошло вот все эти этические комитеты, и, в общем, это уже последняя стадия перед практикой. А, там есть чудесная тоже была дискуссия на полном серьезе в прошлом году, по-моему, в той же Nature, не помню. Обсуждалось вот что. Что вообще говоря, чтобы зарегистрировать что-то в качестве лекарства, вы должны описать химическую формулу и механизм действия. А иначе это в лучшем случае биологически активная добавка, соответственно, она не покрывается страховками, там другая ответственность врача, когда он это дает, в общем, все очень плохо. Вот эти клинические испытания, которые идут, они идут благодаря некоторой оговорке, что иногда можно от этого отойти в случае каких-то субстанций природного происхождения. Но бюрократически это очень тяжело, это надо каждый раз обновлять, в общем, это такой бюрократический мучительный процесс. И люди обсуждали, такая была вот то, что называется policy paper, значит, предложение по тому, как правильно устраивать процедуры, что давайте мы это вообще регулировать не законом о регистрации лекарственных средств, а законом о пересадках органов. Потому что, смотрите, писали авторы, на самом деле очень разумно. Значит, что мы хотим от лекарства? От лекарства мы хотим действительно четко определенного действия, мы испытываем, чтобы не было, мы долго испытываем, чтобы не было побочных действий, ну и после этого следим, опять-таки, не появились ли какие-то еще побочные действия, про которые мы вначале не заметили, после начала массового применения. Теперь, как мы регулируем пересадку органов? Вообще говоря, нет никакого предварительного одобрения. Мы печенку можем пересадить, мы, так сказать, нет специального клинических испытаний по пересадке печенок. Но более точно есть, но они такие эпидемиологические, мы просто смотрим, когда это эффективно, когда нет. Есть какие-то этические правила, когда эту печенку можно забирать от донора, но в данном случае, по-видимому, этой проблемы нету. И мы следим, чтобы она была свободна от других патогенов. Да? То есть мы не пересаживаем печенку от человека, который болеет гепатитом, например. И мы следим потом долго за иммунным статусом этого пациента, так сказать, не началось ли отторжение, то есть очень большое, опять-таки, по сравнению с обычным лечением, когда пропил курс и все, да, тебя отпустили, значит, людей с пересаженными органами, их потом очень долго ведут, значит, вот, глядя, что с ними происходит. И вообще говоря, это ровно то, что нам нужно от испытаний в этом случае. На самом деле, действительно, предложение вполне содержательное и разумное. Вот. И вот сейчас все это чудесно обсуждается. На самом деле уже делают, значит, пилюльки, то есть уже вот можно без этого ужаса обойтись. Там проблема вот в чем, вот, что пытались сделать, значит, ну ясно, что, ну, наверное, все-таки не все 5000 бактерий существенны. Наверное, есть какое-то вот ядро этого консорциума, которое, собственно, для этого важно. И не получается, оно, по-видимому, так сказать, из общих соображений ясно, что оно должно быть, но совершенно не получается его выделить, потому что вот, любые попытки, так сказать, вот делаем коктейль, скажем, из самых частых, совершенно не работает. А редких уже очень много разных, поэтому там число комбинаций какое-то нечеловеческое. Воспроизвести вот этот терапевтический эффект, сделая вот такой определенный состав, так сказать, вот, просто набираясь пробирок того, что нужно, совершенно не получается. Вот. Ну, значит, дальше ясно, что все, что можно было изобрести, изобрели в Китае очень давно. Это, значит, вот китайский мудрец. Опять, я все время забываю, это одна из этих гравюр китайская, другая японская. Вот если есть специалисты по, значит, в восточной гравюре, я думаю, что вот это японская, вот это китайская, но могу перепутать с точностью до наоборот. Не важно совершенно. В общем, он, значит, жил вот довольно давно, да, и вот пациентов своих, значит, с успехом таким способом лечил, обладки им какие-то давал. Да, там с таблетками проблема, понятно, они должны пройти через желудок, там оболочку надо правильно сделать, чтобы все это, так сказать, заработало именно в кишечнике, да, чтобы через желудок прошло, не растворившись. Поэтому на самом деле вот всякие пробиотики, штука, конечно, хорошая, действительно некоторые из них прорываются, но полезно понимать, что прорываются, вот, когда вы пьете там какой-нибудь кефир, там страшно полезный, но отдельно в нем может никого живого не быть, несмотря на то, что написано на коробке. Но даже если там кто-то живой есть, в общем, до кишечника доберутся, значит, какие-то единичные герои. Вот. Да, еще одна такая же чудесная история. Значит, есть народ Хадза, который живет вот здесь, в Танзании.
а более точно, значит, по берегам вот этого вот озера Ияси. Вот так он живет в сезон дождей, а так он живет, наоборот, сухой сезон. Такая вот американская типичная африканская саванна. Значит, и этот народ замечателен тем, что эти люди, они, во-первых, у них довольно мало контакта с цивилизацией. То есть они там не лечатся антибиотиками, они не ездят в города и там не питаются городской пищей. А с другой стороны, наблюдено, что у них очень мало там, раков желудка, раков кишечника, каких-то вот язвенных, значит, этих кишечных заболеваний. Они вот желудочно-кишечные очень здоровые. А кроме того, они дружелюбные, потому что их непрерывно все изучают, они к этому привыкли. Нет, это, между прочим, серьезное дело там. Вот генетики довольно часто мучаются, потому что ну, не дают образцов и все. Вот, такие генетики популяционные. И вот есть такой человек, Джефф Лич, это, значит, тоже из... Но это не научная статья, а, значит, такая статья, ну, новостная, значит, Science, это второй главный научный гламурный журнал, который этим озаботился и просто у них поселился, значит, собирает у них вот эти самые образцы, значит, к чему они относятся, как написано в статье, с большим юмором. Вот, и фиксируют их культурные практики. А культурные практики у них такие. Они, когда убивают антилопу, они ее свежуют, там, ну, вымазываются в крови и вытирают руки от крови содержимым кишечника этой антилопы. А потом едят сырое мясо. Как в известном анекдоте про, значит, армию, про прапорщика, значит, вот этими самыми руками. Вот. И одна из теорий, да, кроме того, у них совершенно чудесно, да, нет, там вот когда у них сезон меда, они могут там съесть килограмм меда вот за один раз, совершенно без ущерба для здоровья, да, то есть вот у них какие-то совершенно экстремальные вот такие гастрономические вещи у них получаются. Ну и дальше, как всегда, да, у них другой микробиом кишечника, ну и что? Значит, то есть мы действительно наблюдаем, что они совершенно не такие, как европейцы. Там на самом деле нет для сравнения других африканцев, что было бы поучительно, но пока что, ну, действительно, немножко другой состав. В общем, это такой предмет для изучения, но сама по себе история, по-моему, довольно поучительная. Значит, дальше, значит, если диета влияет на состав микробиома кишечника человека, то можно ожидать, что разные звери в этом смысле будут разные, и оно, значит, чудесным образом, естественное ожидание, подтверждается. Очень похожая картинка тоже, тут разные, значит, точки, это разные виды, а, так сказать, ну, это как бы центры тяжести, а облака – это вот конкретные индивидуумы. И зеленые – это травоядные, красные – это строгие хищники, а синие – это которые едят все. Но вот видно, что, в общем, действительно довольно хорошо тоже группируются в кластеры. Опять полезно понимать, что это перекрывание, это просто результат проекции на очень маленькое, очень многомерное пространство, на плоскость. На самом деле это все вот, в следующих измерениях это все тоже разрешается. Ну, дальше, да, значит, дальше можно это изучать еще дальше. Ну, например, значит, известная мечта Остапа Бендера – это производство этилового спирта из целлюлозы. Но в книжке таких умных слов не сказано, а сказано рецепт табуретки, но на самом деле это ровно оно и есть. Значит, это же мечта большого количества биотехнологов, потому что, значит, мы хотим возобновляемые источники энергии. Давайте мы, у нас машины будут ездить не на нефть, не на бензине, который мы добываем, на нефть, которая там рано или поздно кончится, и к тому же, значит, выбрасывает СО2, и у нас получается парниковый эффект и всемирное потепление. Я еще без малейшей иронии на самом деле это говорю, так и есть, похоже. А давайте мы делать, значит, выращивать траву, она будет потреблять это самое СО2. А потом мы ее будем сжигать, ну, это, так сказать, нас будет не траву сжигать, а добывать из нее вот спирт, там, загружать машины, и так, значит, на них ездить, и будет у нас баланс. И на самом деле в той же Бразилии, значит, половина топлива – это уже действительно этиловый спирт. А, значит, для этого есть химические процессы, которые очень дорогие, то есть это просто абсолютно невыгодно. А есть биотехнологические процессы, когда вы, значит, берете бактерии, и они вам вот эту целлюлозу разлагают в что-то более простое. А дальше вы простой химией уже доделываете до спирта. Давайте посмотрим, кто может питаться целлюлозой. Ну, например, термиты. Они, значит, ну, есть там всякие страшные американские истории, как термиты съели дом. Это правда, бывает, действительно. Вот, значит,
Значит, опять, высшие там, многоклеточные целлюлозу сами разлагать не могут. Целлюлозу могут разлагать кто-то, кто у них живет в кишках, значит, их симбионты. Значит, термиты не годятся, потому что у них такие симбионты есть, но это простейшие, это какие-то амебы, кто-то еще, я не помню точно. И биотехнологически иметь дело с эукариотами, кроме дрожжей, да, то есть у кого ядро есть, так сказать, это значит, полное убийство, не бывает. А кроме того, у нас есть корова, которая ест траву. Ну, на самом деле, конечно, корова ест никакой не траву, а траву едят бактерии, а корова уже ест самих бактерий и то, что они выделяют. И для этого у нее такой сложный, чудесный, значит, желудок, который, в сущности, такая вот большая биотехнологическая фабрика. И опыт сделали такой. Значит, да, а мы хотим из желудка коровы отобрать самых эффективных бактерий, содержащих вот самые эффективные ферменты, которые нам будут разрушать целлюлозу. И траву мы хотим не абы какую, а специальную нашу, которая быстро растет, на неприхотливая, там растет на солончаках, не отбирает посевные площади у там, каких-нибудь благородных культур, там типа сои и кукурузы. Ну и давайте тогда мы делать просто прямую селекцию. А именно, берем корову, вот она тут корова, делаем ей дырку в боку. В эту дырку закладываем авоську вот с той самой травой, которую мы хотим эффективно разлагать. Дальше, значит, там ждем там сколько-то недель, трава действительно, видно, что ее кто-то поел. А дальше смотрим, там, какие бактерии здесь живут, какие ферменты они выделяют и вообще, что здесь случилось. И действительно выделили там большое количество новых гидролаз, но вот это вот фермент, который целлюлозу разрушает в частности. Вот. Ну и дальше, значит, ну я даже попробовал вот перед этой как раз лекцией там проследить, но это 11-й год, еще, в общем, не очень много времени прошло, так сказать, вот уже пора акции какой-нибудь компании покупать или еще нет. Вот, но так быстро не смог, а совсем глубоко копать уже все-таки не стал, поленился. Но работа так опять, на самом деле, красивая по постановке работа, опубликованная так сказать, в хорошем журнале, и вполне содержательно, действительно отобрали, там нашли большое количество новых ферментов таким абсолютно вот целенаправленным способом. Ну и опять, значит, возвращаясь к таким симбиозам. Да, вот мы начали с там, пищевого симбиоза у червяка, но там все-таки эти бактерии, которые жили в червяке, они жили между клеток червяка. А бывает не так. Есть вот чудесные сосущие насекомые, много разных. Да, вот у меня есть тля, такая обычная гороховая тля, листобложка. Там слюнявится, значит, то, что вот просторечие называется. Мучнистый червец, клоп. И эти живые существа все общие вот чем. У них сосущий ротовой аппарат. То есть они не грызут лист, а они сосут сок. А сок, в нем много сахаров разных и мало аминокислот. Значит, грызущие, да, а это насекомые, да, они животные, многоклеточные, они многие аминокислоты делать не умеют. Вот так же, как и мы, да, мы их должны получать с пищей. Значит, если ты грызущая гусеница, то очень хорошо. Ты отгрызаешь кусок листа, там содержатся какие-то белки, ты их разлагаешь и получаешь те аминокислоты, которые тебе нужны. А если ты несчастная сосущая тля, то ты ничего отгрызть не можешь, а сосешь то, что тебе дают. А значит, аминокислот там нету. Поэтому делается следующее. А заведем-ка мы себе тоже симбиотических бактерий. Только теперь они у нас будут жить совсем плотно-плотно, просто в наших клетках внутри. Значит, вот эта вот бактерия, значит, клетка тли. Вот ее клеточная стенка, значит, вот ее клеточная мембрана одна, вот ее мембрана другая. Вот ее ядро. А вот это много-много сереньких кружочков — это бактерии. А именно в случае тли это, господи, Бухнера фидикула. И их там очень много. Там на одну клетку несколько тысяч, а на одну тлю несколько миллионов. То есть сразу ясно, если одно на другое поделить, то у нее вот несколько тысяч этих бактериоцитов. Соответственно, когда мама тля откладывает яичко, она заботится о том, чтобы туда попала, значит, клетка с этими бактериями, чтобы вот вылупившаяся молоденькая личинка тли уже все, что надо, имела. И это исторически просто первое, что таким способом нашли. Ну вот они там делают синтез незаменимых аминокислот, там есть другая еще, другой эндосимбионт, который защищает от теплового шока.
А есть чудесная, значит, еще одна бактерия, которая защищает от наезда. Да, прошу прощения, немножко вперед заскочил. Это вот уже из более поздней статьи тоже. Значит, вот это, значит, вот эта бактерия, и это то, что в ней метаболические превращения одного в другое. Транспортеры есть, да, вот сделали аргинин и отдали хозяину. А это, наоборот, та биохимия, которая происходит в тле. И тоже бывает так, что что-то сделали в тле, а отдали, наоборот, бактерии. Но тут есть довольно много метаболических путей, таких смешанных. Они начинаются в бактерии, а заканчиваются в хозяине, а конечный продукт потом возвращается обратно. В те же самые аминокислоты. Вот, мы на это немножко смотрели, это довольно забавно. Вот. А вот эта история про наездника. Значит, это наездник, который мучает тлю, а именно не наездник, а наездница, это самка. Значит, она откладывает, вот тут яйцеклад, она откладывает в тлю яичко. И дальше будет ужасно, потому что из яичка вылупится личинка, которая эту тлю будет изнутри есть. Вот, наездник маленький, он там примерно сравнимого размера. Да? Когда доест, то он окуклится и будет новый наездник. И вот так все это работает, если только в этой тле не живет бактерия Хамильтонелла дефенса. А если она там живет, то из яичка наездника ничего не развивается. При этом, если наездников, значит, если наездника нет, то тля с этой бактерией живет хуже, чем тля без этой бактерии. То есть вот с Бухнерой, которая такая вот биотехнологическая фабричка, а без нее жить было нельзя. То есть тлю можно отравить антибиотиком, потому что вы убьете ее бактериального симбионта, и тля после этого умрет с голоду. А это, она обязательно не является. Если у вас, скажем, в какой-то местности наездников нет, то этих бактерий у тлей тоже будет мало, потому что, опять-таки, вот тля с этой бактерией живет хуже, чем тля без нее. А если у вас наездников много, то наоборот, будет больше тлей вот, значит, с этой бактерией. Да? То есть это фактически так, работает как такой дополнительный генетический признак, да, и передается тоже от родителей к детям, но все-таки это вот не прямая генетика, а такая немножко смешная. Довольно много таких историй сейчас у насекомых известно. Значит, это история про клопов. У них тоже та же история, да, это тоже сосущие насекомые. Значит, у них тоже есть бактериомы, не у всех. Вот у этого, скажем, нету. Я же не знаю, как он обходится, а у других есть, причем они совершенно разные. Вот у этого клопа бактериом парный и находится рядом с яичниками. И опять, ну это довольно разумно, потому что вы такую клетку должны в каждое яичко, чтобы оно попало. А у этого клопа бактериом, наоборот, единичный и находится рядом, значит, с какими-то вот органами пищеварительного тракта, да, в кишечнике. Ну, что тоже вроде бы имеет смысл, потому что вы тут своих, значит, бактерий довольно быстро кормите тем, что сами съели. Да, они, так сказать, непосредственно вот эти сахара потребляют. Но ясно, что вот такая штука, она, так сказать, возникла независимой. Похоже, что все эти приспособления возникают у насекомых независимо довольно легко и часто. Но сейчас будут несколько мировых рекордов, а именно геномы, значит, самые маленькие бактериальные геномы. Ну просто для сравнения, значит, геном человека 3 миллиарда букв и примерно 25 тысяч генов. Типичный геном бактерии – это несколько миллионов нуклеотидов и несколько тысяч генов. А вот тут чудесные, да, у них они меньше вообще среднего вируса на самом деле. Там 112 тысяч нуклеотидов, 190 тысяч нуклеотидов, 160 тысяч нуклеотидов. То есть совсем малюсенькие. Генов у них тоже мало. Да, 121 ген. Ну, это такой вот рекорд по малому количеству генов. Отдельный очень интересный вопрос, как они живут, потому что никакой замкнутого метаболизма там построить невозможно. Там даже клеточную мембрану построить невозможно, потому что вы, так сказать, похоже, что у них мембрана этих клеток состоит на самом деле из мембраны хозяина. Вот тут грань между бактериями и органеллами уже начинает стираться. Тут еще вторая чудесная история, это на самом деле матрешка. Это вот мучнистый червец, я его там, вот он. Ну там у кого-то растения стоят на подоконнике, могут его сильно не любить. Вот. Значит, вот его клетка, опять-таки вот бактериоцит. Вот ее ядро, вот мембрана. Вот эти серые круги большие. Это одна бактерия, у которой геном маленький, вот эта тремблая. А внутри нее живут еще несколько других бактерий, у которых геном побольше. Это такая матрешка, да? Значит, червец, в червеце, значит, бактериом, вот орган, бактериоме, бактериоцит, клетка, а дальше в клетке одна бактерия, а в этой бактерии другая бактерия.
И похоже, что у них там какой-то действительно вот биохимически происходит просто почти что неограниченный обмен вот разными субстратами и, по-видимому, так сказать, и мембранами, и белками тоже. В общем, тут надо посмотреть. Недоделана вот вся эта наука, но, по-видимому, там будет довольно интересно все. Вот. А это похожая история, немножко другая. Это муха цеция. Она тоже сосет. Но она сосет кровь, значит, не сок растений, а кровь у нас, ну и у скота. Там проблема другая. Там аминокислот хватает как раз, там не хватает витаминов. Ну, понятно, потому что витамины — это то, что мы сами не синтезируем. У нас это в дефиците. Соответственно, если сосать нашу кровь и только ею питаться, у тебя это тоже будет в дефиците. Значит, решается точно так же. Заводим себе бактерию, которая делает вот все эти витамины, значит, для мухи цеца делает. Такая маленькая витаминная фабричка. И опять-таки, если вы хотите сделать муху цеца бесплодной, то накормите ее антибиотиками, убейте ее бактерий, и она жить будет, но плохо, и уже, значит, яички откладывать не будет. Вот. И вот тут заказывали историю про митохондрии, вот мы в нее платно приплыли. Значит, это наша клетка, значит, эукариотическая, вот с ядром. Значит, вот есть, значит, ДНК, наш вот основной геном в ядре. А еще, кроме того, есть митохондрии, это такие отдельные органеллы, которые замечательны тем, что у них есть своя собственная ДНК. И да, вот это была схематическая картинка, это тоже схематическая картинка, а вот это уже электронная фотография, значит, этой самой вот митохондрии. Значит, это у нее много разных функций. Основная — это такая энергетическая фабрика. Вот основные процессы добывания и запасания энергии, вот производство АТФ, то, в чем химическая энергия в живой клетке запасается, вот это как раз производство АТФ происходит в митохондрии. Так вот, раз у нее есть собственная ДНК и какие-то гены в этой ДНК, то давайте посмотрим, откуда они взялись. И была, значит, эндосимбиотическая теория происхождения митохондрии, что они взялись от бактериальных эндосимбионтов. А в 60-е годы, значит, была такая женщина Лин Маргулис, которая это придумала, и ее, в общем, довольно сильно все за это чморили, потому что ей там вот основную статью, в которой эта гипотеза была предложена, ей удалось опубликовать, по-моему, с 17-го раза или что-то такого сорта. То есть, да. И я еще помню микробиологов, которые в эту теорию не верили. Но, в общем, там это все благополучно рассосалось. И если посмотреть на гены митохондрии, то окажется, что это гены альфа-протеобактерий. Но вот здесь их нету, потому что среди них редко патогены встречаются, может быть, даже вообще не встречаются. Встречаются, конечно, рикеция-провачки, возбудитель сыпного тифа, альфа-протеобактерия. Но человечеству, вообще благодарному человечеству, они известны, нравятся не за это, а за то, что многие из них — это клубеньковые бактерии, которые живут вместе с разными растениями, соответственно, фиксируют азот, страшно все полезно. Так вот, митохондрии, да, а рикеции, соответственно, значит, рикеции, они вредные, они паразиты. Есть еще паразиты растений в большом количестве, насекомых, в альбахии, тоже среди альфа-протобактерий, я что-то сначала глупо сказал, задумался. Есть еще чудесные альфа-протобактерии, просто хочу похвастаться, мы как раз вот с питерскими, с людьми, с Мариной Сергеевной Раутян из Питерского университета изучаем, есть... Для биологов скажу, остальным может быть не так интересно. Значит, есть эндосимбионты, которые живут в ядре инфузории. Причем у инфузории два ядра, микронуклеус и макронуклеус. И они есть такие, которые живут в одном, а другие, которые живут в другом, разные виды. Вот мы пытаемся, значит, их как-то смотреть, как у них это получается. Вот митохондрия, совершенно, значит, ясно, что вот просто по генным последовательностям митохондрия является ближайшим родственником этих самых рикеций. И вот когда-то случился вот этот вот эндосимбиоз, когда самая первая митохондрия заселилась в самую первую эукариотическую клетку. Более точно, скорее всего, эукариотическая клетка попыталась митохондрию съесть, она вместо этого там поселилась. И так они долго и чудно жили, и теперь у нас, значит, во всех наших, ну, не совсем во всех, но... Там в эритроцитах нету, но в принципе, значит, все эукариоты имеют митохондрии. Более точно, не совсем так. Есть простейшие, скажем, лямблии, у которых митохондрий нет. И довольно долго думали, что вот это и есть самые первые эукариоты еще до того, как митохондрии заселились. Но оказалось, что нет, потому что, во-первых, оказалось, что
чисто цитологически у них есть органеллы, которые на митохондрии похожи. Но это бы не было еще основным доказательством. Основным доказательством было вот что. Что когда известно там, из анализов очень большого количества разных видов, что когда митохондрии заселились, да, митохондриальный геном очень маленький, там, в общем, малые десятки генов. А белков в митохондриях работает очень много. И очень большая часть белков, которые нужны митохондрии, они на самом деле, и они митохондриального происхождения, то есть они пришли от бактерий, вместе с бактерией, ну, из бактериального генома, они сейчас эти гены находятся в ядерном геноме. То есть они перешли из митохондриального генома в ядерный. И это довольно хорошо изученный процесс, примерно понятно, как это может быть. Вот. Так вот, в геноме этой самой лямблии, в ядерном, нашли гены митохондриальные. У них митохондрия была, но потерялась. Вот. Это такое было уже окончательное доказательство. А кроме митохондрий есть еще чудесные хлоропласты. Это то, почему растения зеленые. Да? Это вот растительные клетки, а это в них хлоропласты. И это то, где происходит фотосинтез. И хлоропласты, тоже про них все совершенно понятно, это цианобактерии по происхождению. Вот тут называли цианобактерии. Вот это, так сказать, вот опять, значит, я еще помню те времена, когда говорили сине-зеленые водоросли и изучали их на кафедре низших растений. Вот теперь уже, значит, это совсем-совсем бактерии. И они, значит, с хлоропластами еще более чудная история. Значит, там этих симбиозов было очень много. Вот был первичный. Значит, когда предок красных и зеленых водорослей, значит, поймал цианобактерию, но вместо того, чтобы ее окончательно съесть, значит, он ее вот превратил в органеллу. И опять часть генов хлоропласта перешла в ядерный геном этой водоросли. А дальше, значит, кто-то съел эту водоросль. Значит, и опять доел не до конца и оставил у себя вместе с ее хлоропластом. А иногда там еще имеется остаток ядерного генома этой водоросли. То есть вот у этих самых зверей с вторичным, ну, зверей, да, сильно сказано, это одноклеточные все. У этих одноклеточных с вторичным симбиозом хлоропластов у них 4 генома может быть. Свой собственный ядерный, свой собственный митохондриальный, геном хлоропласта вот от этой съеденной водоросли и остатки ядерного генома, опять-таки, от этой съеденной водоросли. Называется нуклеоморф. Никто не понимает, зачем он вообще, говоря, нужен. Гипотеза, что это просто мы застали промежуточное состояние, когда он не до конца разрушился. А дальше бывают третичные, потому что эту водоросль с вторичным хлоропластом, ну не водоросль уже, а простейшего, может съесть еще кто-то. И там бывает по-разному. Например, может быть так, что у тебя изначально хлоропласт уже был, скажем, от красной водоросли, а ты съел кого-то с хлоропластом от зеленой водоросли. Потому что после первичного симбиоза довольно быстро красные и зеленые водоросли разошлись. Там вообще непонятно, это был один симбиоз или два на самом деле. Вот. И ты можешь свой хлоропласт выкинуть, а вместо этого взять, значит, новый хороший. А следы этого опять-таки будут видны в ядерном геноме. То есть вот, это моя аспирантка, значит, нарисовала, не аспирантка, но сотрудница молодая, значит, нарисовала такую чудесную картинку, вот это вот самый первый эндосимбиоз, и вот, значит, как они друг, вот это вот эволюционное дерево такое вот разных простейших, и это вот тут вот нарисовано, как они друг у друга воровали хлоропласт. На самом деле мы знаем тоже примерно, как это могло происходить, да, вот есть чудесные эвглены, про которые, когда я был маленький, не знали их относить к растениям или к животным, потому что они иногда хищники, а иногда они фотосинтезируют. А ответ такой. Это вот такая же история, только не прошедшая до конца. Потому что вот есть, живет эвглена со своей сине-зеленой, значит, по-старому сине-зеленой водорослью, значит, своей цианобактерией и фотосинтезирует. Потом делится на две. Значит, одна дочерняя клетка имеет эту цианобактерию, продолжает фотосинтезировать. Другая дочерняя клетка цианобактерии не имеет, поэтому плавает как хищник, пока не проглотит цианобактерию нужного вида, после чего становится фотосинтезирующей. То есть вот, на самом деле похоже, что это не очень сложный механизм. Более того, то, что это несложный механизм, мы знаем вот откуда. Значит, есть чудесная амеба. Да, сейчас я покажу. Значит, есть вот чудесная амеба Паулинелла. Сейчас я ее на отдельной картинке покажу. Это не Паулинелла, это разные динофлагеллаты, это вот ребята, которые занимаются третичным симбиозом. То есть они воруют у воров, чем в нашей стране никого не удивишь. Вот.
А это Паулинелла. А значит, это ее под световым микроскопом фотография, а это под электронным сканирующим. И замечательно она вот, да, это 5 микрон. А замечательно она вот чем. А у нее есть хлоропласт, вот его тут видно. А у всех ее родственников хлоропластов нету. То есть это действительно, вот по поведению, это типичный хлоропласт, значит, одноклеточного существа. Он там при делении появляется в обеих дочерних клетках, он сам как-то делится, все у него хорошо. Но он очень молодой и очень поздний. И проблема с амебами в том, что у них очень большие геномы, там много повторов, и их очень трудно вот, последовательности просто определять. Но на самом деле рано или поздно это сделают, и тогда будет очень интересно понять, что там вот чисто генетически вот, на геномном уровне происходит. Вот. А это улитка. Но более точно не улитка, а слизняк. А более точно слизняк не простой, а водяной. Вот он так выглядит. Он весь зелененький, потому что у него тут хлоропласты. Сейчас будет история научного закрытия. Я сначала расскажу открытие, а на следующем слайде расскажу закрытие. Открытие было такое, что вот есть такой чудесный слизняк, питается водорослями, а хлоропласты этих водорослей не переваривает, а тщательно откладывает у себя специально для этой цели выращенном органе. То есть он, вот когда он рождается, он маленький и вот без этого листика, а когда он растет, он себе создает такой листик. И это чудесное чудо, потому что у нас теперь есть фотосинтезирующая улитка. Там была проблема. Значит, да, и вроде бы, вот если его, скажем, полгода не кормить, то он все равно выживает, значит, ну вот ясное дело, фотосинтезирует. Проблема была вот в чем. Значит, я уже говорил, что очень многие белки хлоропласта кодируются в ядерном геноме. А фотосинтез – процесс с точки зрения, значит, физхимии очень плохой. Там рождаются реактивные формы кислорода, которые все сжигают. Поэтому белки хлоропласта надо все время обновлять. Они портятся очень быстро. У нормальных растений понятно, как это делается. Эти белки, значит, кодируются в ядерном геноме, синтезируются в цитоплазме и все время поступают в хлоропласт. Значит, улитка растительный ядерный геном съела. Этих генов больше нету. Откуда берутся эти белки? И очень долго, очень старательно искали гены этих белков в геноме самой улитки, потому что надеялись, что может быть там случился какой-то еще горизонтальный перенос, и они в этом геноме есть. Ничего не нашли. А научное закрытие состояло вот в чем. Тоже это история этой зимы, ну, в смысле, прошлой зимы. Да, этот слайд был сделан до закрытия. Значит, я обычно, вот до этого я эту лекцию заканчивал словами о том, что вот давайте мы себе, значит, тоже вырастим, значит, чудесные зеленые органы и будем фотосинтезировать. Потому что, вот, значит, теперь ясно, что ничего не получится. Потому что сделали очень простой, значит, люди обратили внимание, что она, конечно, живет полгода без еды на свету. Но она при этом очень уменьшается. И сделали простой опыт. Взяли улиток. Не кормили. Только одних не кормили на свету, а других не кормили в темноте. И никакой разницы не было. Но тем самым никакого фотосинтеза у них, конечно, не происходит. Ну что жаль, потому что, в общем, было бы красиво. Все. Спасибо. Так, спроси что-нибудь. Давайте, ага. Вы сказали, что у инфузории в ядре да. Есть бактерии. Да. Но макронуклеус разрушается. Что с бактериями? Ой, там чудесная история, да. Значит, у этих бактерий есть инфекционная форма, когда они выплывают из инфузории. У них они морфологически очень сильно меняются, у них вырастает. Я прошу прощения за специальные термины, но вопрос, по-видимому, тоже уже вполне специальный. Я, значит, отвечу на том языке, на котором он задан. У них там вырастает колоссальное переплазматическое пространство. Не становится такие, как иголка такая, значит, вот. Значит, сама клетка, и в переплазме такой вот острый, значит, отдельный нос. Вот. И плывут искать новую инфузорию. И вот из чудесного, что мы увидели в геноме этих бактерий, уже мы его не забрали, у них там есть профаги и гены синтеза антибиотиков, и гены лекарственной устойчивости. То есть вроде бы инфекционная форма абсолютно неактивна, пока она новую инфузорию не найдет. Да, она там не делится, вроде как ничего не делает, только ищет.
Но где-то она нахватывает, при этом у них имеется какая-то скрытая жизнь, потому что она этих, значит, профагов где-то, так сказать, подцепила. И опять-таки, этими антибиотиками, которые она умеет значит, делать, микроцинами, она кого-то травит. В общем, на самом деле, как устроена жизнь, там ясно, что там, вот просто из анализа генома ясно, что вот такая простая картинка, по-видимому, не очень полная. Вот. Соответственно, там определение инфузории, когда макронуклеус разрушается, ну, либо они все дохнут, либо они превращаются в инфекционную форму и уплывают. Да? То есть они не завязаны жестко на инфузорию, они могут выплыть. Угу. Еще? Ну, или неинтересно, или все понятно. Вот. Хорошо. Ну ладно, спасибо. Тогда, если вопросов нет, то, наверное, все. Спасибо. Это все равно очень интересный случай.